Здорово, бандиты, добро пожаловать, и мы с вами продолжаем играть в игру Симулятор Хулигана. Погнали дальше, значит, у нас тут осталось уровней совсем ничего. Значит, что ж, у нас плохие сны. Будет уровень. Так, значит, наш главный герой решает подарить цветочки нашей возлюбленной. Так, ты пойдешь со мной на выпускной? Выпускной? Если ты продолжишь биться со всеми, то я не пойду с тобой. Ты нравился мне, я считал тебя милым. А ты превратился в обычного хулигана. Да, главный герой идет, конечно же, грустно от этого всего, выкидывает цветы к чертям. Так, и что же? Может, она права? Разумеется, она права, ты жирный дрочун. Ну вот и все, ребят, значит, наш главный герой против себя. Толстый негативщик. Погнали, короче, сейчас всех тут будем. Ах, сдрючивай опять. Так, кошмар на улице жиров. И правда, какой-то кошмар на улице жиров. Ты просто посмотри. Так, давай-ка вспомним, как драться. Воу, чё за хрен? О, это вот этот чел, в смысле? Он зомби, черт! Так, ладно. Воу, тут все зомби, стой, подожди. Там он жив, либо как? Не, все вроде пока нормик. Да, это реально зомби, капец. Эх, ну все, зомби, вы сейчас у нас получите. Так, спокойно, так, давай, вы можете переката. О, тихо, вы чё? Так, спокуха. Блин, из-за темноты не видно, как они выглядят. Да, ой, капец. А, как бы они нормальные вначале, а потом становятся зомби, ё-моё. Охренеть. Так, ладно, давай-ка пока сломаем что-нибудь. Так, можно схавать. Так, у нас тут жизьки, хорошо. Ой, панки. Так, хорошо. Давно мы на этих локациях не были, это прямо в самом начале игры. Так, ах, ты думаешь, что это, что ты меня возьмешь, блин? Подожди. А вообще, нам надо их убивать, как бы, либо вообще непонятно. Так, о, есть сердечко, так, бери. Есть то, все, хорошо. Стой. Так, во. Так, кто-то нас ждет. Воу! Да стой, охренеть! Да блин, хрен на луже крови кататься. Так, спокойно, написано. Я в аду. Эх, спасите меня! Какие-то уже надписи на стенах пошли. Так, эх, ну все, тебе хана, зомби. Так, спокуха. Воу, это тут рокер! Так, спокойно. Они еще восстают, меня это бесит. Так, лежать, собаки. Так. Сейчас мы. Я так тут понимаю, тут сражение со всеми этими боссами, которые у нас были до этого. Так, да иди нафиг. Все, есть. Так, нас немножко покромсало. Так, лучше вернуться назад, либо что-нибудь придумать такое. Стой. Подожди, мне нужны жизни, мне нужны. О, монетки. Монетки, хорошо. Так, спокойно, меня бесит этот... Да иди нахер! Так, спокойно. Блин, капец. Так, все, хорошо, бежим. Бежим. Я не знаю, насколько тут будет долго, но вполне себе, наверное, будет... Хотя... О, опять эти тетки! Так, да давай, иди нафиг. Тихо. То, что они восстают, меня это крайне бесит. Так, это усложняет нам задачу, то, что вот реально... Давай, иди нахер. Так, есть, хорошо. Так, давай сюда, вот это, хорошо. Так, есть. Ой, тихо, мальчишеская столовая. Не знаю, почему мальчишеская. Так, ладно, как бы обычная столовая. Вот так, блин, зомби на нас нападают. Так. Воу. Так. Так, хорошо. Так, давай энергу. Либо не, пока энерго не нужна. Так, воу. Это вот этот хер. Да ты чё, ты гонишь? Сейчас он в виде зомби будет. Ядрень, я на корень, он страшный, просто жутко. Так, ладно. Чё, давай дальше. Так, о, это вот этот мажор. Так, мажор, стой. Вот он восстал. Так, давай мажора вот так, нахер, все. Так, спокойно, тут еще враги. Так, давай. Вот так, херач, все, молодцом. Так, спокуха. Опять эта жирная скотина здесь. Так, ох, в виде зомбя. Так, ай, ты иди нахер. Так, давай.
Давай, да давай, давай, да. Да ч, ни хрена жизни как много снес. Так, есть. Давай, все, круши, ломай. Так, максимальное здоровье. Шикарно. Так, давай, 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 вот этого гада. Так, есть. Так, спокойно. О, убийца. Так, получил достижение убийцы. Интересно, а ну вроде такое получали или нет? Я хз. Так. Воу, 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 воу. Так, мы выходим, значит, за машину уже. Опять гитарист, да ты гонишь? Чё так много же хпшки снес? Так, бери. Молодцом. Подожди, может... Может, можно от них убежать как бы? Не, ни хрена, либо лучше всех победить. Лучше всех победить во сне в этом. Кошмар на улице жиров. Да, серьезная тема, так. Хорошо, так, у нас все вполне себе нормик по здоровью. Так, везде кровь, везде какая-то херня, так. Я надеюсь, дроны-то хоть не восстают. Вроде дроны-то не восстают, как бы обычные дроны, да и дроны, все. Так, давай, вот так, хорошо. Так, жизни. Жизни нам не нужны. Так, дрон еще, еще дрон. Ах, вы гады, блин. Черт. Мы не должны сдохнуть в этом месте. Так. Так, давай. Так, хорошо. Так, давай, давай, давай. Опа, 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 опа. Хорошо, 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 есть. Блин, 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 блин. Капец, он жутко выглядит. Так, все, давай, бежим. О, да ну тебя. Это прям здесь, что ли? Так, спокуха, я надеюсь, мне не придется драться с этим боссом, либо как. Да ну тебя, иди нафиг, есть. Так, о. Так, спокуха, вот этого гада. Сейчас надо уничтожить, есть. Так, давай. Хорошо. Так, давай, нафиг, ломай. Ломай, так, аккуратно. Как-то темно тут. Так. Иди нафиг. О, дьявол, да ты чё, ты гонишь? Воу, 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 воу. Завалили, чё, реально дьявол? Охереть. Ещё дьявол, так. Нихера жизни сносит, так. Ну я тебя сейчас дрючу, всё, получай, гад. Так. Нихрена нашему герою снится кошмар дикий. Так, давай, 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 есть. Сейчас, наверное, опять зомби. Да, опять зомби, сука. Так, давай вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Да, мы прям по всем локациям проходимся. И по музею, и по вот этим всем местам. Вообще, по каким мы... И по вот... И по школе, и по этой гимназии, черт, вообще, капец. Так, давай, ломай. О, аптечка. Ну так, ну это сохраним на потом. Мало ли, какая-то засада будет. Это чё? Охрана, нахер, иди. Так, спокойно, наверное, еще зомби. А, не, они уже не в виде зомби. Смотри, уже нету в виде зомби чего-то такого. Опять дьявол. Опять, опять, опять они. Так, давай, 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 есть. Так, давай, давай, иди нахер, иди нахер, иди нахер. Так, хорошо. Так, спокуха. Ух, нихера, вот этого места у нас еще не было. Это, я так понимаю, новая карта какая-то. Ну, именно вот это страшный сны. Так, куда мы заходим? Че, мы? Да ты гонишь. В смысле? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, бля, пиздец. Пиздим его, пиздим, ребят, давай. Это будет трудно, это будет... Давай, давай. Давай, 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 давай. Есть, завалили. Все, конец. Да, завалили, мы справились. Охренеть, это было трудно. Так, ну все, просто вообще. Так, что у нас тут? Кто у нас тут? Ай-ка, проспойлерим следующий момент, так. Ага, значит, это... Воу, ты отправил всех тех детей в ад. Чё вообще происходит? Туда же отправишься, и ты сам, жердяй. Капец. Так, это он проснулся, это был сон. Так, он бежит. Эй, красавчик, нужно поговорить. Ты не в курсе? В смысле? В курсе того, что из-за меня отменили выпускной? Нет, я о демонах в котельной. Стой, что на самом деле? Кажется, сами врата ада... Чего? Никто не понимает, что делать. Куда же ты? Охренеть! Я заключу сделку с дьяволом. Охренеть!
Ну вот это круто. Ну вот это круто, ребят. Ну это уже в реале. Охренеть, адская бойлерная. Так, ладно, ребят, пока на этом закончим данную серию. Значит, у нас тут прям вообще какая-то уже жесть наступает. Прям какая-то бойлерная, а потом что-то вообще там самый мощный босс в конце. Ох, я надеюсь, мы его сможем победить. Ладно, а пока на этом все. Подписывайтесь на канал, любите видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.